ласка, вот як у вас мужиков и як шляхту ховали, вот в вашем детстве как-то отличались, вот похороны или могилки, как там? Не, хоронили всех одинаково. Гроб один, тот же самый. А тогда же гробы деревянные делали у нас. Вот. Ну, строительная бригада в колхозе была. Они тогда гробы делали. Помер человек, гроб заказали. Сделают гроб. Поставят бутылку водки там за этот гроб, там хозяйка кому надо, да, и за работу, да и все, да. И... А уже вот на кладбище? А на... Так и на кладбище хранили. И памятники одинаковые? Ямка одна, то и одно, все то и одно. А памятники? Ну, памятники, конечно, кто побогаче, то и памятники ставил, заказывали, Бережному от нас сделали. А кто бедняк, то и без памятника было стояло сколько. Уже потом, может, дети уже ставили, да, ставили памятники. А что стоял? Уже крест просто? Чи что? Крестик стоял, культурный крестик стоял, крест, и все. И... А крестик сразу ставить, как помрет? Сразу, а как же. Сразу первый день, как похоронят? Да, сразу первый день, как ховают, у изголовья ставят. У голове? В голове, да. А крестик такой вот сверху с крышечкой такой треугольной или просто крестик? Не, просто крестик и все. Ага. А не ложили у вас такие колоды на могилке? Не, не. А крыжи были у вас высокие? Не, зачем груз на покойника ложить? А не было такого, что вот как начали уже памятники делать, так старые люди не хотели, что вот груз будет на них? Почему? Не, никто это наоборот. Как это? У него стоит памятник, а на мое не стоит. Стараюсь все, сейчас все памятники. Какие памятники сейчас делают?